I think this is your that your hair makes me cry every day because my hair just falling every time. Всем привет, с вами Анита. Добро пожаловать на остров Чеджу. И это даунтаун. В этой части острова находятся кафешки, шопинг-улицы, банки. Практически каждый день я захожу за кофе в этот Starbucks и заказываю всегда один и тот же макиято и салат либо чизкейк. Looks like exactly like Los Angeles. А это, знакомьтесь, моя подруга Полли, та, чей голос за кадром вы услышали в начале видео. Двигаемся дальше. Сейчас я хочу вам показать популярный рынок. Остров известен апельсинами, поэтому их здесь очень много. Также вы можете здесь купить морепродукты, специи, сладости, да и вообще что угодно. Автоматы с игрушками невероятно популярны в Корее, и, если честно, я абсолютно не понимаю всеобщую одержимость этими автоматами. Если вы любите корейскую кухню, ваш обед будет выглядеть примерно вот так. А приобрести косметику либо одежду вы сможете, спустившись в подземку, либо поднявшись на шопинг-улицу, где есть масса магазинов. Мое любимое кафе, где мы сделали очень классные снимки. Но сейчас я хочу вам показать кафе G-Dragon, лидера группы Big Bang. Здесь очень большое скопление людей, поэтому вы всегда можете выйти на террасу и насладиться видом на море. А весной, кстати, приезжал сам G-Dragon и тусовался со своими друзьями на крыше.